честь Всероссийского дня предпринимательства в Якутске прошел первый фестиваль бизнеса. В нем приняли участие 36 компаний и предприятий со всех уголков республики, в том числе два школьных бизнес-инкубатора. В республике в 2016 году количество субъектов малого и среднего бизнеса составило свыше 49 тысяч. Власти республики намерены разработать новые механизмы поддержки бизнеса. Сегодня любой житель республики с небольшим стартапом может рассчитывать на поддержку бизнес-инкубатора. Таковых в Якутии 13. И на микрозайм до 3 миллионов рублей по льготным процентным ставкам, а также на помощь технопарка. Сейчас мы рассматриваем возможности развития и мер государственной поддержки IT-отрасли в нашей республике. У нас очень много и молодых людей, и уже состоявшихся компаний, которые доказывают, что это направление в нашей республике также может быть развито. И думаю, что органы власти и государство в целом должно оказать поддержку и этому направлению.